Всем привет! Вы на канале Зубр, российский инструмент. Сегодня я хочу познакомить вас с пневматическим степлером торговой марки Зубр, артикул 3190. Подключается через быстросъемный коннектор 1/4 дюйма к воздушной магистрали или к компрессору с рабочим давлением от 4,1 до 7 бар. Предназначен для забивания скоб высотой от 10 до 22 мм. Позиционируется в серии «Профессионал», производитель дает гарантию 6 месяцев. Упакован в коробку, на которой указаны краткие технические характеристики. Давайте откроем. Степлер. Ключи для техобслуживания. Инструкция с гарантийным талоном. Степлер имеет усиленный металлический корпус, обрезиненную рукоятку, которая удобно лежит в руке и не проскальзывает, предохранитель, регулятор глубины забивания скоб, индикатор наличия скоб. Скобы загружаются очень просто, для этого достаточно нажать на клавишу и выдвинуть крышку магазина. Вставляем скобы. Закрываем крышку магазина. Подключаем компрессор. Выставляем рабочее давление. Снимаем с предохранителя. Степлер готов к работе. Давайте сделаем несколько пробных выстрелов. Степлер работает. Итак, пневматический степлер Зубр, артикул 3190. Рекомендую к работе. На этом у меня все. До свидания, до новых встреч.